Всем привет, вы на игровом канале Паша Кинга, и сегодня мы с вами посмотрим на новую игру под названием Little Miss Fortune. Это история про девочку, мисс Неудачу, которая ищет счастье для своей мамы. Это интерактивная история с некими элементами хоррора. Давай запустим, посмотрим, о чем она. Играть мы будем на ПК, играть мы будем на джойстике. Вышла в Steam она вчера. Стоит порядка 460 рублей. Так, лиса и смерть. Угу. Иди, говорит смерть. Туда иди. Под музыку. И пошла лиса. Знаешь, если смерть говорит, уходи от меня туда, то лучше идти. А это еще что такое? Это шишка? Шишка на ножках? Типа, это не я. Короче, портал. Портал из того измерения, видимо... Ну, условно, в наш мир, да, в мир девочки. Welcome. Добро пожаловать в мою игру. Я буду ведущим и скромным рассказчиком. Правила игры просты. Пройди ее до конца, и получишь приз. Хорошо. Это неудача. Она замечательный ребенок из не очень замечательной семьи. Немного блесток для вас, немного блесток для тебя и немного для меня. О, печально не то, что сегодня день, когда она умрет. Знаешь, я тебя слышу. О, ты слышишь? Угу. Ты в моей голове или что-то в этом духе? Хорошо тогда. Хорошо, я буду звать тебя мистер Голос. Что ты там говорил про то, что я сегодня умру? Умрешь? Не, никто не говорил, что ты сегодня умрешь. Ой, сегодня кто-то умрет. Правда? Никто ничего не говорил? Знаешь, я приготовил для тебя игру. Игру? Правда? Для меня? Если ты сможешь дойти до конца игры, я дарую тебе вечное счастье. Рукам? Вечное счастье? Пожалуй, я могла бы отдать его своей маме. Хорошо, по рукам. Ну, такое себе вечное счастье-то. Замечательно. Потрясающе. Готова сыграть? Да. Твое первое задание — покинуть дом. Хорошо, я сделаю это. Так, используйте левый стик, чтобы идти. Для взаимодействия нажмите А. В пространстве мы перемещаться не можем, только вперед-назад. Можно лечь на кровать. Можно... Она с таким лицом бегает, значит, ты меня заколебал уже. Мои блестки. Так, мы подобрали блестки. Так, нажмите, чтобы бросить блестки. А я не хочу. Ага, это типа с нами остается. А это что? Однажды я видела здесь монстра. Я показала ему палец, он больше никогда не возвращался. Если бы мне палец показали, я бы тоже не вернулся. Бенджамин. Или... По-моему, Бенджамин написано. Смотри, я нарисовала рисунок, иногда я вижу этого лиса за окном. Я зову его Бенджамин.
Он очень милый лис. Фу, меня мало интересуют лисы. Большое спасибо, что они медленно разговаривают. Побежали отсюда. Прежде чем уйдешь, какую игрушку ты возьмешь с собой? Блин. Можно я возьму обе? Нет, выбери только одну. И помни, твой выбор гораздо более важен, чем ты думаешь. Ладно, я выбираю... Так, какую игрушку с собой взять? Единорога или камень? Блин, это тяжелый выбор. Ну, давай будем не самыми очевидными. Давай возьмем камень. Либо так, либо так, либо так, либо так. Давай возьмем камень. А что он грустно лежит? Ну, может, он повеселее будет. Я выбираю камень, который папа однажды меня бросил. А я его называла Стоуни, потому что он Стоун. Камень, понял? Камень, Стоун, да. Камень по имени Стоун, очень умно. Спасибо. Ты посмотри, там с кровью он. Пошли дальше. О, и чтобы ты знал, я люблю сыпать блестки на вещи, чтобы они стали потрясающими. Та-дам, счастья всему. Девочка-неудача будет говорить нам про счастье. Эй, ты по другую сторону экрана. Помнишь, что я сказал тебе, что она умрет сегодня? Давай сохраним это между нами в секрете, хорошо? И лис такой сзади прошел. Но игра будет наполнена такого, да, юморка черного. Это прикольно. Мама любит собирать бокалы. Я разбила пару, когда бегала слишком быстро. Мама узнала, кто это сделал? Не, но в моей ноге целых 5 дней был кусок стекла. Нет, только не по голове. Прошу, не падай, не падай. Может, ты... Проклятие, она разбилась. Это был прекрасный пример причины и следствия. Пожалуйста, не выдавай меня. Не волнуйся, ты можешь мне доверять. Хорошо. Спасибо. Мама сказала, что вышла замуж за папу, потому что она ждала меня. Она хотела сделать аборт, но это нелегально и противоречит закону. Что, по сути, одно и то же. Да. Цветочек, давай заберем. Может, я смогу ее починить? Так, починить разбитую вазу, оставить как есть. Давай починим. Я сделаю это. А, это вот так вот мы будем делать. Хорошо. Давай начнем с очевидного. С... А ты можешь это крутить? Просто мне кажется, вот это вот сюда ставится. А, все. Это, ну, примерно... Нет, это вот тут вот. Я лучше на мышке поиграю. Сейчас бы еще стиком так это все двигать. Так, это вот сюда. Вот так же, да, встает? Ну, как... Или не сюда. Не, не сюда. Уйди. Во, вот так вот. Этот осколочек вот сюда. Да, вот так четенько встает. Так, это понятно, что делать, что вот это вот тут будет. Это вот сюда. Так. Так. Все. Все? Идеально, на слюну, да? Я сделала это. Чем она клеила-то? Хотя, знаешь, и так сойдет. Ну, кто-нибудь заденет и упадет. Друг моего папы был охотником, и он застрелил этого лося. Его дочь Эрика подумала, что пистолет был игрушкой. Она сказала пиф-пиф своим маме и папе. Потом ее родители умерли. Ей было так грустно. Она так все делает в конце. Психованно. Смотри, это я. Мама говорила, что я должна улыбаться, даже когда мне грустно. Кухня. Фу, здесь пахнет сигаретами. Да, это мама.
И еще она очень любит пить сок. Ну что ж, ты готова выполнить свое первое задание? Да, готова. И я намерена получить этот приз. Воу! Фу, снова мертвые кролики. Когда уже папа поймет, что они мне нравятся живыми? И закрыла нахрен. А, мама прям целиком кролика, да, варит? Мама, какой ужасный запах, что это? Мертвые животные, вот что это. О, ужас. У нас был чудесный ужин вчера. Мама не была сильно пьяная, а папа сказал мне привет. Еще и сиги затушили в тарелку. Когда я вырасту, я хочу стать как моя мама, такой же любительницей пить сок. Давай. Это что такое? Это плюс карму мне? Открой, пожалуйста, холодильник. Так, подожди, но... Не, я хочу, чтобы мне в сердце это тоже передалось, как в прошлый раз. Давай на супец тоже взаимодействуем. Во. Ура, счастье супу! Так, это какой-то плюс сердце. Мне кажется, она... Ну, это плохо на нас влияет. На тарелке нельзя. Так, что там про октябрь? Это сегодня. Октябрь. Пошли. Сказать маме, что ты уходишь. Ты знаешь, я бы такой маме не говорил. Нет. Уйдем по-тихому, хорошо? Ну, она подбуханная. Добрый день, утро. Сейчас полдень. Неудача. Хорошо. Доброго полудня, утро. Да, у нее нервный смешок. Но это выглядит чертовски забавно. Вообще, игра выглядит охренительно. Помнишь Бенджамина? Здесь я его увидела впервые. Он прятался в мусоре, когда мы встретились взглядом. Было очень напряженно. Да, ты уже говорила мне об этом, Лися. Лисам нельзя доверять. Они все преступники. Что? Лис преступник? Это глупо. Я вебку забыл поднять после ходячих, ну ладно. Этот бассейн пахнет туалетом, потому что я пописала в него. Как отвратительно. Не больше, чем когда моего папу туда вырвало, вот это было отвратительно. Я сам скоро так начну смеяться с этой девочкой. О, на тачку можно. Здесь часто спит папа. Слушай, имеет дом в машине спать. Папа? Ну да. И мамин сок, главное, сзади. Обязательно должен быть сок. Киска. Привет, киса. Сюда иди. Иди сюда, киса. Кис-кис-кис. Киса, не уходи. Проклятие, мне никогда не удается погладить милых животных. Так, с едой взаимодействовать нельзя. Ну, давай, вот сейчас вот опасно. Итак, прежде чем мы продолжим, тебе стоит узнать правила игры, неудача. Хорошо. Запомни, во время своего путешествия ты сможешь выбирать. Ага, выбирать. Нет таких понятий, как хорошо или плохо. Есть только последствия. Хорошо, хорошо, только последствия. Когда ты пройдешь игру... Приз вечное счастье твой. Я готова. Твое следующее задание – пересечь эту дорогу. Хорошо, это я могу. Посмотреть налево, посмотреть направо. Есть машины? Нет. Ладно, я пошла. Блин, врата ада перед ней сразу развернулись. Разверзлись. Я видела монстра. Какого монстра? Я ничего не видел. Он был там, я его видела. Кажется, это просто твое воображение. Да, это так. Она у меня очень богатая.
Просто продолжай идти. Нам будет так весело. Хорошо. А вот мертвые вороны... Нет. Смотри, птичка спит. Давай же, неудача. Пойдем. Ну, это все, типа живая. Мне кажется, мне не стоит этого делать. Ну уж да, действительно, мисс неудача. Она довольно счастлива, потому что ей было жарко. Не, ну ладно она, но сарай, который сгорел, он же был далеко от нее. Маленькая мисс неудача. Я потратила довольно много блёсток. Кстати, где мы? Хрен его знает, где мы. Привет, пёсик. Какой милый колпа. Сконцентрируйся, неудача. Тебе предстоит сделать сложный выбор, связанный с этим пёсиком. Помни о последствиях. Хорошо. Поиграть, освободить. А можно ничего не делать? Вот можно мимо пройти. Ты посмотри на него, пса, он же конченый. Ты посмотри на него. Освободить, давай освободи. Пускай бежит конченый пес отсюда. Я отпущу его, чтобы мы смогли пойти на вечеринку. Как это взаимосвязано? Какую вечеринку? Очевидно, что песик собрался на славную вечеринку. На нем толпа. Ах, да, вечеринка, я слышал. Джордж устраивает одно. Должно быть, это его собака. Ну, так мы идем? Да, почему нет? Вечеринка чуть дальше. Вперед, песик, пошли на вечеринку. Come on, Patty, let's go, Patty. Оу, песик, я тебя глажу. Почему ты мне позволяешь? Я тебе нравлюсь? Не, на нем не работает. Песик-то обосрал тут все. Не наступи, не наступи. Здесь написано, с собаками нельзя. Ха, серьезно? А я пойду. Ну, я-то обойти же нельзя. О, нет, я наступил на собачью. Да, в дерьмо. Фу, песик, это гадость, не ешь рвоту. Да уж. Давай посмотрим, что вышло. Я вижу много блесток и... Это рисовый пудинг? Я больше не могу на это смотреть. Пожалуйста, пойдем дальше. Ну ладно, а с другой стороны, зачем было смотреть на блевотину и дерьмо? 4D Basta. Это на каком языке? На испанском? Или это на выдуманном? А если мы пробежимся? Итак, неудача. По ту сторону этого озера ты станешь на шаг ближе к призу вечному счастью. И к вечеринке, верно? Ах да, и к ней тоже. Славно, тогда пойдем. Быстрее, песик. Песик, что ты делаешь? Ты нашел сокровище? Кажется, ты раскрыла тайну пляжа. У пляжа есть тайна? Да, давай взглянем. Гляди, лакомство с предсказанием и собачье печенье. Одно для меня, одно для песика. Разве это не прекрасно? Да, но ты можешь взять только одно. Печенье себе или лакомство для собачки. Да эти печенья все дерьмо. Ну, во-первых, там предсказания типа, ну, ты найдешь свою любовь в течение 30 лет. Вот условно такие. Собачье лакомство, на, держи. Пускай хотя бы песик порадуется. Я возьму собачье лакомство и заставлю песика полюбить себя.
Хотя песик-то конченый, по большому счету. Посмотри на его глаза. Держи, песик. Вдруг это твое последнее угощение. Никто не знает. Ты не дотягиваешься до него. По-моему, Нет, песик, не уходи! Песик! Дурацкие черные птицы! Боже мой, Джордж очень расстроится. Да. Я надеюсь, я когда-нибудь снова встречу песика. Я уверен, что встретишь. Мистер Голос, почему меня все бросают? Я все еще здесь. Да, это правда. Спасибо. А давай подберем. Можно подобрать? Я возьму этот колпак как символ нашей дружбы. Песик. Знаешь, однажды в этом озере моя голова застряла в полиэтиленовом пакете. Я помню, что заснула и проснулась в больнице. Это ужасно. Да, я почти умерла. Песик улетел в лучший из миров. А, мне кажется, это не мостик, это... А, это мостик? Я думал, это, знаешь, трамплин, чтобы прыгать. Знаешь, мистер Куглас, вечеринка в той же стране, что и вечное счастье. Да, конечно, в той же. О, как удобно. Ты подумал о том, как расскажешь новость Джорджу? О песике? Yes. Конечно, только если ты хочешь. Ты расскажешь Джорджу о несчастном случае с песиком? Нет. Нет, я не хочу неприятностей. И я очень хочу потанцевать на вечеринке. Что ж, ладно. Смотри, корабль. Привет. Мы уже пришли? Еще чуть-чуть. А, хорошо. Я, если что, не управляю сейчас. Здравствуйте. Типа, долбанная жизнь вообще. Что нам с ней сделать? Нахрен нам рыба, отпусти ее. Блин, да она... Да нет, отпусти рыбу. Я хочу ее отпустить, она пахнет подозрительно. Пока-пока, рыбка. Ну там, видишь, грязно, там вон дохлая рыба тоже плавает. Поэтому эта рыба и выбросилась на озеро, на берег. Всю реку засрали. И вот мы здесь, дом Джорджа. Я немного нервничаю перед знакомством. Ты справишься, просто не упоминай песика, как вы говорили ранее. Ладно, хорошо, я буду просто танцевать. Ну так вот придешь молча и будешь танцевать? Постучать, позвонить в звонок. А, давай позвоним в звонок. Током ударит, она же неудача. А, нет. Никто не отвечает. Я сама себя приглашу. Время заценить вечеринку. Однажды я видела человека, плавающего в озере, совсем как эта рыбка. А, какая красивая фотография. Я хотела бы иметь такую же с мамой и папой. А тут, наверное, папа и папа у него, да? Да, это все-таки хоррор. Эй, что такое неудача? Ничего. Ты уверен, что это правильный дом? Где вечеринка? Кто-нибудь? Здравствуйте. Прошу прощения, вы Джордж? Я ничего не знаю про какого-то песика, но мне обещали вечеринку. О нет. Стой, похоже, он повесился. Повесился? Как пиньята? Не ударить его, как пиньяту? Нет, неудача. Он мертв. Мертв? На нем пара отличных сапог. Он не может быть мертв. Давай заберем сапоги. Оу, понятно. Эй, неудача, кажется, вечеринка закончилась. Давай уйдем. Встретимся на заднем дворе. Джордж, вы, кстати, раз вы умерли, вашего песика больше нет. Мне нравился этот песик, прощайте.
Счастья пиньята, Джорджо! По-моему, у нее сердце все больше и больше гниет. Давай пойдем в лес и достанем вечное счастье. Да. По-моему, у нее сердце подгнивает после вот этих вот блесток. Так, сейф прошел. А, я люблю лес. Со всеми деревьями, птицами и животными. Опасными животными неудача, ты можешь столкнуться с лисой. С лисой? Как Бенджамин? Именно. Но все лисы злые, поэтому смотри в оба. О, ну ладно. Она с таким лицом бежит. Так, все. Что это за кукла? Все начинается с пения галки. Все начинается с пения галки. Ладно. Это кукла из ведьмы из Блэр. Интересно, возьму ее себе. Эй, что там у тебя? Ничего. Не подходи, неудача. Что такое? Дикий опасный лис. Подожди, я узнаю этот черный хвост. Это Бенджамин. Это не важно, напади на него, прежде чем он убьет тебя. Не думаю, что Бенджамин станет меня убивать. Привет, тебя зовут Бенджамин? Хочешь поиграть со мной? Но это же лис, он не умеет говорить. Нет, не уходи. Ну вот. Фу, какое облегчение. Мы в безопасности. Давай продолжим играть в мою игру. Ладно. Здесь есть волшебная пещера неподалеку. Тебе нужно ее найти. Волшебная пещера? Хорошо. Похоже, Бенджамин любит рисовать. Это довольно круто. Мне нравится это в лисах. Соберись, неудача. Нам нужно найти дальше. Хорошо. Забери кисточку. Это плохая идея. Мы какую-то пентаграмму сейчас дорисуем. Может быть, не стоило этого делать? Давай пробежимся. Полиция. Опять смерти. Да, опять смерти. О, это та волшебная пещера? Выглядит она не так волшебно. Просто подожди, когда мы зайдем внутрь. Мне нравится, как это звучит. У меня есть вопрос. Что значит этот знак? Не знаю, блестки. Круто. Ну как, будешь готова? Ну пошли. Что нам взять-то? О, мне не терпится увидеть волшебство. Извиняюсь. Эта пещера просто огромная. Эхо. Что ж, давай исследуем пещеру. Давай. Я шучу, это было не эхо, это я. Ты прирожденный комик, неудача. Спасибо. Воу! Что это был? Что? Я что-то пропустил? Я не уверена. Это был долбанный медведь на маленькой игрушечной машинке. А, это был хомяк, скорее. Да, это хомяки. Что это, хомячья вечеринка? Волшебная хомячья вечеринка. Я знаю, что ты любишь вечеринки. Правда? Мы можем войти? Я не знаю. Пойдем узнаем. Она по дресс-коду не пустит, скажет, ты слишком не меховой. Я тебя сейчас почиркаю, тварь. О, драка хомяков. Ты собираешься что-нибудь предпринять? Предотвратить насилие между хомяками? Но он как бы не на... Но мы же мисс неудачи. Мы когда влезем, мы все поменяем. Слушай, давай не будем вмешиваться. Не хочу ввязываться в их разборки. Мне кажется, сейчас этого почиркают, да?
Ни хрена себе он. Мне кажется, если бы вы мешались, то я бы его убил. Ты куда его потащил? Видишь, они пошли на вечеринку. Кажется, кто-то пролил кетчуп. Ух, это мятные леденцы. Может попробовать один, чтобы мое дыхание было свежим? Я маленькая леди, знаете ли. Не совсем это леденцы, я думаю. А, она все-таки попробовала. Ух ты, мне не так хорошо. Мне так хорошо. Конечно, под кислотой это, естественно. У тебя сейчас весь мир преобразится. Как же ее кроет? И да, это не та радуга, о которой ты подумал. Это просто радуга. Все, а сейчас опять обливалась, блин. Ну погодите, это совсем не мятная свежесть. С тобой все хорошо, неудача? Я в порядке. Коллекцию добавилась сумочка. Она же совсем маленькая, по идее, должна быть. Прошу прощения, маленькая леди может пройти? Нет, я не очень важная, говорите. Ладно. Ты можешь поверить этому парню, мистер Голос? Тогда нам нужно найти другой вход. Другой выход, ладно. Эти крошечные машинки убивают меня своей милотой. Прелесть. So cute. А никого хомяки не удивляют? Посмотрите на них, эти крошечные коктейли и одежда. Это слишком мило. Так, это бабка. Посмотрите на эту леди, думая она в беде. О нет, кажется, я ее узнаю. Она владелица того клуба. Неужели? Да, похоже, ее ограбили. Оу, наверняка это был тот хомяк в черной маске. Да, ты права. Давай ей дадим сумку тогда. Так, леди. Прошу прощения, кажется, у меня ваша сумочка. Кстати, полегче с леденцами. Я попробовал один, это было безумное приключение. Это мне? Что это? VIP-билет. Это твоя награда за возвращение сумочки. VIP-билет в клуб. Я попаду на вечеринку в клуб? Шикарно. Да, и ты стала на один шаг ближе к вечному счастью. Я везде в выигрыше. А это можно нажать? Нет, нельзя. Почему это? А, это лифт. Давай, бежим, бежим, на отходах в клуб. Это в клубе надо быть под кислотой, а ты уже, ну, до клуба на отходах. Прошу прощения, я очень важная персона. Вот мой билет. Наконец-то, настоящая вечеринка. Вау, это место такое милое. Это VIP-этаж? Да, можно сказать и так. Мне можно потанцевать? Разумеется. Славно. Послушай, неудача, ты должна найти белого кролика. Белого кролика? Зачем? Он приблизит тебя к вечному счастью. Хорошо, я найду его. Вы милые, такие милые. Это клубный сок? Вкусняшка. А не удивляет то, что мы стали ростом с хомяков? Ладно, давай белого кролика искать. Воу-воу-воу. Прошу прощения, вы можете меня пропустить? Хорошо. Нет, Стоуни, что ты делаешь? Сейчас не время. Что происходит? Мне кажется, этот хомяк вызвал Стоуни на танцевальную битву. Нет, у нас нет на это времени. Мне жаль, но она уже началась. Задай ему, Стоуни.
Используйте левый стик, чтобы попадать в направление вверх. Хорошо. Конечно. Танцуй, камень, танцуй. Супер. I love you. Cute. Perfect. Sweet. Right. Я помню, когда в Сан-Андреас, короче, на машине пришлось так танцевать. Саки? Нет, Саки не надо. Sweet moves. Shake that booty. И это была жесть. Super. Потому что в первых версиях, в этих пиратских, там это просто никак не показывалось. И ты не мог пройти эту миссию. Это было плохо. Камень, давай. Ой. Она сказала fuck me. Тут на очки или как вообще это все проходится? Мне кажется, мы в любом случае это пройдем. То есть тут нету правильного, неправильного решения, нам же так и сказали. Хотя, с другой стороны, может быть, есть правильное прохождение. Так, это что слишком уже затягивается. Все, конец. Все, камень выиграл. Камень, давай-ка теперь прыгай по кокомому. О, Стоуни, твои движения были потрясающими. Я так горжусь тобой. Прости, что прерываю, но нам действительно нужно идти. Вечное счастье все еще где-то там. Разве ты его не хочешь? Ах да, очень хочу, пошли. Как мило. Это сахар? Они поэтому такие милые. Да, они нюхают сахар. Да, конечно. Почему нет? Они нюхают сахар, и поэтому они такие милые. Смотри, белый кролик. Хорошо, это не белый кролик. Это прошмандовка в костюме белого кролика. Официантка, прошмандовка. О, кстати, нас уже ищут, смотри, это же наша фотка. Эй, ты, по ту сторону экрана. Слушай, должно быть очень тяжело не знать о будущем нашей маленькой леди. Я понимаю, неудача действительно умрет. Если да, как это случится и когда? Убьет ли ее злой лис? Найдет ли ее вечное счастье? Лично я надеюсь, что да. Веди себя естественно. Она идет. Неудача у тебя получилась. Поздравляю. Спасибо, где мы? Мы стали на шаг ближе к вечному призу, вечному счастью. Отлично, потому что мне нельзя быть на улице так поздно. Не волнуйся, здесь недалеко. Отлично. Так, сейв прошел, давайте на этом закончим. Я, скорее всего, эту игру пройду. Вот, но опять же, если тебе понравится. Спасибо, что смотрел, обязательно поддержи видос лайком, прокомментируй, понравилась ли тебе игра. По-моему, вполне себе занятная и забавная. Подписывайся на канал, подписывайся на группу ВКонтакте, на мой инстаграм, ссылки в описании. Спасибо еще раз за просмотр и пока-пока-пока.